В рамках еженедельного визита в Люберцы министр правительства Московской области Роман Терешков посетил компанию «Лидер». Это крупнейший производитель безалкогольных напитков в округе. Вместе с главой Владимиром Ружицким министр побывал в цехах и на складе готовой продукции. Продолжение темы в нашем сюжете. Компания «Лидер» производства воды и напитков, процесс круглосуточный и осуществляется 365 дней в году. Например, вот на этой линии каждую смену разливают по 5-литровым бутылкам около 240 кубометров воды. За сутки компания выпускает 700 тысяч бутылок напитков и воды. В цехах рабочих можно пересчитать по пальцам. За процессом следят автоматы. В этом и есть уникальность малаховского предприятия. На складе готовой продукции лишь малая часть ассортимента. Он насчитывает 250 видов безалкогольных напитков на любой вкус. А малаховская вода по праву заслужила народную любовь. Стабильно высокое качество и доступная цена для потребителей. Потому что можно купить воду, по сути, любого качества, только вопрос цены. Роман Терешков отметил, он всегда соблюдает питьевой режим. Чаще всего пьет именно малаховскую воду. Теперь увидел, насколько тщательно ее очищают перед тем, как разливать по бутылкам. Впечатлен. Малаховскую воду, наверное, пьет каждый житель Московской области, да и Российской Федерации известная. Малаховская вода и соки СВЛ. И каждый, я уверен, сталкивался с этой продукцией. Сегодня на предприятии «Лидер», которое мы посетили, действительно посмотрели, насколько качественно и эффективно устроено производство. На достигнутом мастера малаховских напитков останавливаться не намерены. У компании, помимо производства в Малаховке, работают заводы в Санкт-Петербурге и Ярославской области. Там сейчас идет модернизация оборудования. Новые технологии призваны еще больше увеличить выпуск продукции. Виталия Куликова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.